Эд, вот я тебя уверяю, ну пожалуйста, не делай этого, не прыгай туда, умоляю тебя. Учитывая наше везение, этот зонт или не раскроется, или ты его случайно отпустишь, или грохнешься на землю. Давай лучше просто спустимся по лестнице, ну так будет намного безопаснее. Я полностью согласна с Экзамилом. Зачем рисковать жизнью, если у нас есть лифт? Твой зонт 100% не сработает. Он сработает, просто надо внимательно читать описание предметов. Я же умею читать, Ксюха, в отличие от тебя. Можно использовать его как щит. Икс, Данил, стреляй в меня. Давай, давай, пистолет, Вот видишь, он же меня не столкнул туда в пропасть, потому что этот зонт еще и щит. А второе описание, то что он еще работает как планер. А планер это почти как самолет. Только планер. И я уверен, что если я сейчас просто так вот возьму и прыгну с этим зонтиком вот туда, на вот ту вот крышу, то он запросто сможет меня перенести через вот эту вот пропасть и доставить на соседнее здание. Так, расступитесь все! В случае чего, Икс-Данильчик, я назначаю тебя главным. Если я вдруг сдохну, ты останешься капитаном всей команды одного блока в ваке! А! Нет! Не надо! Чё? Обкакались там сверху? Ты не представляешь даже насколько! Эд, у нас сердце чуть наружу не выпрыгнуло! Зачем ты так пугаешь? Ничего я вас не пугаю! Я вам с самого начала говорил, то, что этот зонтик будет работать на все 100%! А если я его еще возьму и поставлю в левую руку, а в правую возьму меч, тогда я вообще каким-то гладиатором стану, и мой щит вообще никто пробить даже не сможет. А нам-то что дальше делать? Мы же здесь на крыше остались, алло. Ну так, у вас же есть лифт? В лифт залезайте, спускайтесь, давайте на первый этаж. А я пока посмотрю, что находится в этом доме. Мы же здесь сами еще не были... Так, ладно, сначала пойду на крышу. На крыше я видел то, что есть кое-что интересненькое. Морские огурцы... Была бы здесь Катя, точно бы оценила. Эд, вот ты серьезно хочешь, чтобы нас сундуки внизу сожрали? Эх ты, господи, там же реально вот это снизу еще сундуки. А у меня здесь лимонад, у меня здесь смертельный энергетический напиток. Вот приду домой, Хрейду его скормлю, ванильное мороженое, шоколад. Это нифига себе полезная штука. Заберу себе этот маленький холодильник к себе домой. Он еще плюс к этому всему и красный, господи. Вы там что, до посинения стоять будете? Вас же трое, сундуков там, ну максимум штук 20. Спускайтесь, убивайте их и все. Или вы реально меня сейчас будете ждать, чтобы я поднялся к вам обратно туда и спас вас? Вот если кто-то из нас сдохнет, это будет твоя вина. Пошлите. Если из вас кто-то сдохнет, то максимум, что я сделаю, это похороны. Вашу честь, а не моя вина. Так, здесь у нас кухня. Я же говорю то, что в этом доме 100% должно быть что-то полезное. Офигеть, сколько много полезного. Пустые бочки, пустые сундуки, пустые тумбочки. Пылесос. На одном блоке. Ладно, тоже Хрейду его там. Будет мою хату пылесосить каждый день. Жахнем лимонадика. Только вся эта еда как-то очень плохо все восстанавливает. Душевая. Ладно, здесь ничего нет, но в любом случае еще один сундучок. 4 изумруда, которые очень пригодятся, и кожа бурого медведя. Чё ж здесь везде эта кожа бурого медведя? У меня уже 6 штук есть, так? Ладно, и сейчас спускаемся просто вот туда вот вниз. Офигенно, вниз там и спускаемся. Только самое главное себе сейчас голову не разбить и аккуратненько. Я же не знаю, вдруг здесь тоже есть...
вот эти вот живые сундуки, черепа черепам не пригодятся на самом деле. И топаем просто... Вот почему здесь везде кожа бурого медведя. Тихо, пистолет! Япономать! Господи! Подожди! Где мой зонт? Где мой зонт? Вот почему здесь везде кожа бурого медведя! Вот почему! Чего тебе надо? Я понять не могу! Я же... Господи! Все! Отвали ты от меня! Отсюда! Так, обосраться! Ты просто... Вот и стой там! Удачно! Я, конечно, Ты чё, двери открывать, что ли? Ладно, тогда обратно, просто на второй или на третий этаж. Что-то пропусти ты меня, лестница ненормальная. Кожа бурого медведя, конечно, почему же везде кожа? Ладно, нафиг эту дверь, ломайся быстрее. Кожа бурого медведя, нафиг это дом, я сюда больше... Ни ногой. Медведь умный какой, на первом этаже себе пещеру настоящую сделал. А вы что, только сейчас выбежать решили вчетвером? Как-то вы офигеть долго на этом лифте спускались. Да мы просто вот спускались, пару сундуков там нашли, поубивали. А ты что такой задыханный-то? Что случилось? Почему задыханный? Вот ответь мне на вопросик, Экзанил. Как ты думаешь? Почему здесь в округе по всем сундукам вот эта вот кожа бурого медведя раскидана? Почему? Господи, помилуй, это что такое? Медведя! Вот почему кожа бурого медведя раскидана по всем сундукам. Ядрить ты колотить. Чё же я тебе так сильно... понравился, я понять не могу. Экзанил намного вкуснее, чем я. А Ксюха под кетчуп вообще зайдет тебе на 100%. Я же вообще невкусный, я перец, я острый, как не знаю что. Бегите отсюда, глупцы, что вы стоите-то на месте, Экзанил? Это ты самое главное, не оборачивайся, просто беги за всех ног. Да я бегу так быстро, как только могу. Ты тоже не оборачивайся и поменьше разговаривай, просто... Да что ж ты не можешь угомонить? Чё вы стоите здесь все? Давайте быстро на нашу... Где-то как здесь добылись? Просто в лодку, просто садимся и просто уезжаем. Аривидерчи! Вот этот медвежка, чё, слишком жирный, да? Не смог, а нет, все же смог пролезть через эту дырку. И чё, вот и чё, собака... И чё ты сейчас там... делаешь, я понять не могу, вот и стой там. Поехали, давайте, японский случай, тут эти живые сундуки, а еще и пираньи за нами увязались, а? И я понять не могу, честное слово, что... Что ж то нас этот океан так сильно не любит, пираньи, убивайте, что вы стоите-то на месте? А вот сейчас, убей пиранью, и вот сейчас наконец-то можно выдохнуть. Это ты, ёкарный папай, давай, вылазь, так, Натаха, так, вылазь, да, там ещё кто-то, ай, ладно, по барабану. О, здравствуйте, так вы офигели, что ли, у меня к вам вопрос, вот, ответьте мне, пожалуйста, это что такое? Это называется пчела, дети в третьем классе на уроке биологии учат. В третьем классе нет биологии, дуинда, вы мне лучше ответьте, что эти пчелы делают в моем доме? Вы почему из моего дома пасеку сделали? А я тебе говорил, ненормальный, то что когда он вернется, он тебе вот это по башке твоей настучит. Ты зачем у него дома пасеку сделает, Данил? Да я-то чё знал, я думал, этот дом и так бесполезный, вот ферму его превратил. То что дом Херейда бесполезный, это 100%, но заселять его пчелами, это была максимально плохая идея. Слушай, Херейд, ну чё ты возмущаешься-то вечно? Ну пока тебя не было, мы домой эту пчелу приручим. Пчелу... Да открой ты дверь! Нет! Ничего я открывать не ломай! Господи...
Пусть меня кто... Нет! Пока тебя не было, мы из твоего дома хотя бы что-то полезное сделали. Смотри, сколько здесь вот это вот меда насобирать. Ты откуда? Ты куда бочки убрал, в которых бутылки пустые были? Ну вот к слову об этом. Идем, я тебе все покажу. Это вот из тебя сейчас что-то полезное сделаю. Пошли. У тебя пчелы на костре умирают. Ты аккуратней с ними будь. Давайте, не отставайте, там самое главное. Слушай, а где тебя вообще черти носили последние несколько серий? Ты почему только сейчас вернулся? О, смотри. Красиво? Ну, наконец-то ты себе нормальный человеческий дом построил, а не вот тот бомжатник, в котором ты живешь последние 10 серий. Бомжатник — это твой дом, а это не мой дом, это вообще пасека для пчел. Давайте, заходите. Какая пасека? Ну а что ты хотел? Я вообще-то люблю мед. Я ж не оставлю пчелок на улице. Давайте заходить сюда. Офигеть! Вот у меня самого до сих пор дома нету, а тут у пчел такой особняк! Надо было тебе попросить Херейда тебе дом построить, а не пчелам. Я же тебе говорил то, что не надо их заводить внутрь. Слушай, а сколько нас вообще не было дома и сколько мы провели в этом городе, если ты вот такие хоромы им успел выстроить? Да я не знаю, я как-то зашел, увидел пчел, решил им тут дом построить. Ну, увлекся немножко, что с меня взять? Ну ладно. Ты чё, дурак, делаешь? Отойди! Да ладно, а чё ты делаешь-то? Ты не видишь, что ли? Пылесошу! Пылесошу? Я тебя пылесошу! Не надо меня пылесошить! Да вот, гуляли по этому городу, зашел в какую-то тумбочку, пылесос нашел. Вроде как полезная штука, не знаю. Ну, штука-то полезная. Кстати, у меня весь пол дома липкий из-за мёда. Вот же ты прям пылесошишь. На, пылесошь, иди сам пылесошь. Ну ладно, пойду пылесошить этим пылесосом. Ладно. Ну тогда пойдемте дальше заниматься каждый своими делами, а не будем здесь просто стоять. Давайте, давайте, выходите, выходите на улицу все, кроме Икс Данила. Ты задержись, пожалуйста, здесь на минутку. Ты же это... Любишь мед больше всех остальных, я знаю. Ну, конечно же. Ну вот, тогда с этого момента я тебя назначаю главным по медовому бизнесу. Тусуйся здесь, собирай мед, и чтобы каждую серию у всех было по полстака меда. Главное, не подведи. Так, я пойду тогда дальше заниматься своими делами. Тут пчела какая-то летает. Икс Данил, приди, забери ее, пожалуйста. Пчел нам терять нельзя, иди поплавай, Таби. А я пока пойду дальше, подумаю, что нам делать с... Молодец, молодец, Херейд, пылесось дальше, пылесось. А я пока пойду подумаю, что нам дальше делать. Как нам обратно вернуться в этот... Это еще что за... Херейдик! Че? Пылесось свой в окно выкинь и подойди сюда на секунду. Это еще кто такой? Господи, чё ж вы там биологию там в школе не учили? Это медведь, Херейд! Да то, что медведь, я вижу, а чё он сюда всплывёт? Да... Господи, ты мать, ты моя женщина, пылесос! Давай, беги, беги, беги! Что ж ты-то от меня отстать не можешь? Я понять не могу, тебя сюда тянет, как будто здесь медом каким-то намазано. Так, все по домам, все... По домам и на улицу, самое главное, не выходи. Мариша, ты дома? Дома, молодец, иди вот это, иди медведя убей. Слышь ты, сосед, почему мне твой медведь полхаты вынес? А почему сразу мой медведь, Херейд? Он меня так же хочет убить, как и тебя, он нифига не мой. Ну вот именно, что он не мой, я его вообще первый раз в жизни вижу. Ты лучше думай, как его прогнать отсюда. Сейчас он сам уплывет, так как он сюда приплыл, так надеюсь, сам и... Это у тебя же есть пистолет, есть! Давай отстреливаться тогда, не стой просто так на месте! А и может его лучше не пугать лишний раз? Вот вы там по домам своим сидите, вам тепло, уютно, а я тут на дереве сижу. На каком дереве? Вот, привет, посмотри вперед! Ну так а чё тебе мешает так же пойти и дом себе какой-то построить? Ксюха, никто тебе... А где медведь? А-а-а! Ребята, помогите, чё тут Миша у меня взорвал? Господи! Так, Икс Данил, тебе бы тоже не помешало бы дом свой построить! Иди быстро к этому! Иди быстро к Андре!
Так, я сейчас не понял, а где медведь? Да он ко мне в пасеку вовнутрь залез. Надо поскорее с ним разобраться, а то он всех там пчел попереубивает. Ну уж нет, ребят, пчел я в обиду не дам. Я что, им зря пасеку строил? Вот. Кто со мной, давайте. Доставай свой пистолет, Экзодил, и снимай свое вот это вот фламинго, и пошли туда внутрь, не только вместе. Вместе херит заходит. Он что, весь вход разнес, что ли? Медведь, ты что, бухает поди? У кого есть блоки? Блоки, любые, вообще блоки. У меня есть. Давай, застраивай. Уйди отсюда! Пошлите. Так вот, что его сюда манило. Я же реально в шутку сказал, то, что его сюда манит, как будто медом намазано. А тут реально же медом намазано. Ты же пасеку, дурак, построил. Это я, дурак, пасеку построил? Сюда кто пчел притащил, я или их Данил? Слушайте, хватит ругаться. Самое главное, что медведь хотя бы не нас сожрал. А всего лишь-то все наши запасы меда. Так что это не так уж и страшно, как это могло быть. Ну что ж, кто куда, а я пылесосить. До свидания. Хорошая затея, Херейд. Попылесосишь ты, дашь мне пылесос, я тоже попылесошу. Чё это у меня там в углу под огромным слоем пыли завалялось? Ща пропылесошу. Ух, ё-моё, так это ж видос новый. А здесь что? А, так и тут видос тоже. Так я давно их еще посмотреть хотел. Видимо, чаще надо дома пылесосить. Так и новые видосы найти можно. Тыкай давай на тот, который тебе больше всего понравится, а не на меня смотри.